Дорогие друзья, мы с вами снова находимся в поселке Черноморка, возле детской площадки, которую мы вам уже показывали, возле центрального пляжа и возле гостиницы. Тут сейчас, точнее сегодня воскресенье, 9 июля, всех, кстати, с Днем Рыбака, стартовала реконструкция детской площадки. Ну, по крайней мере, так написано. Вот есть такой стенд, не знаю, против солнца видно или нет. Шановні жителі та гості міста, приносимо вибачення за тимчасові незручності під час проведення робіт з благоустройства території, прилеглої до земельної ділянки з влаштуванням дитячого майданчика. Проспект Свободи, 103. Вот непосредственно так ведутся работы. Посмотрим, насколько это будет. Ставят забор, но при этом неизвестно, будет это закрытая территория или это будет открытая, доступная для всех. Видите, ставят, делают шпунтовую стену. Шпунтовая пластика, из пластиковых ограждений, это очень хорошая тема. Шпунтовая стена, которая задавливается непосредственно в грунт для того, чтобы не размывала берег. Посмотрим, насколько хорошо и дальше все это сделают. Позавчера мы вам показывали, как здесь выгребали песок. Сегодня проводятся работы. Видите, стоит помпа, откачивает. Хотя с точки зрения Одесского побережья, то глубина этой шпунтовой стены довольно-таки мала. Ее подмоет. На этом отрезке должна быть шпунтовая стена минимально 3 метра. Ну, посмотрим, наверное, есть какие-то технические решения. Мы обязательно встретимся с руководителем, директором этой гостиницы и попытаемся у нее, скажем так, получить какие-то комментарии. Может быть, даже она нам покажет какие-то документы по данному вопросу. Обязательно в ближайшее время мы это все сделаем. Ну, а пока наблюдаем за процессом. Там в конце, там, где мы вам показывали, где речка Вонючка, мусор так и не убрали. Мусор так и остался лежать. Убрали мусор только в этой части. Так, дорогие друзья, Зоотроп работает для вас. Мы показываем все самое актуальное, самое важное. Всегда, если вы видите что-то, что происходит, и что, возможно, нужно осветить, пишите нам, звоните нам, у многих есть наши контакты. Мы всегда, по возможности, если мы в данный момент находимся в пределах, скажем так, досягаемости с камерой, мы приедем, покажем, расскажем, как, в том числе и сегодня. Сегодня нас вызвали местные жители о том, что на пляже начались какие-то движения определенные. И вот, смотрите, кто не знает, как происходит процесс устройства этой шпунтовой стены. Сейчас вот непосредственно так сказать, экскаватор выгреб нужное расстояние, подгреб грунт. А сейчас этот пластиковый, вот такой вот специальной формы шпунт будут засовывать в землю. И потом экскаватором углублять. Давайте посмотрим на этот процесс для тех, кого интересно. Вставляется в замок одна в одну и потом фиксируется к металлическому каркасу. После этого подсыпается уже обратно песком и как бы держит для размывания непосредственно берег. Если вы помните, в наших роликах такая шпунтовая стена была применена в канале, соединяющем Телегульский лиман с морем, там где шлюзовая система, там мы показывали, но до конца тоже ее не сделали, но тем не менее она довольно-таки хорошо себя показывает. Почему? Потому что если делать ее металлическую, то соответственно металл очень быстро сгнивает и просто-напросто, особенно в морской воде, в соленой, приходит в негодность и получаются дыры. То пластик очень хорошо себя показывает в этом отношении. Вот сейчас будет, смотрите, каким специальной труба с помпой, включается помпа и непосредственно будет с этого места отсасываться грунт для того, чтобы ее поглотило вглубь. Но самый простой вариант это экскаватором ее задавить. Как в принципе применяется во всем мире, в том числе и делаются берега рек таким образом. Вот смотрите сам процесс. Но, к сожалению, бить ее нельзя, ее надо задавливать.
если уж на то пошло. Потому что когда он бьет ее, он просто-напросто может ее разломать. Кроме того, он нарушает всю конструкцию. Того, что били экскаватором, кувалдочкой, в килограмм уже бесполезно бить. Так проходит процесс. Метит, да, засыпается дальше песок для того, чтобы экскаватор мог сейчас проехать. Отметка стоит в самом краю, то есть непосредственно до камней. Все это полностью будет засыпаться, закрываться этой шпунтовой стеной. Самое главное, чтобы эта часть пляжа не закрылась, скажем так, и не была отгорожена, опять-таки закрыта для обычных жителей поселка Черноморка и для всех туристов. Это самое главное. Но все это мы будем с вами наблюдать. Дорогие друзья, вот таким же способом, многие, кто знают, допустим, район Кончезаспы, там, где намытые берега, подобным способом намываются берега. Точно так же делается ограничительная конструкция, потом песок набирается с глубины и насыпается непосредственно уже в точку, где он будет создавать пляж. То же самое происходит здесь. То есть вот здесь непосредственно они сейчас выбрали, сделают шпунтовую стену и потом засыпят вот эту часть обратно песком. Ну, по крайней мере, так оно предполагается. Посмотрим, как оно будет дальше. Согласно, опять-таки, счета, который установлен по поводу того, что мы вам первоначально читали о производстве работ, к сожалению, он не установленного образца, на нем нету ни производителя работ, ни технадзора, ни номера проекта, ни номера декларации открытой, которая в ГАСКе, то есть нет ничего. То есть, в принципе, такой щит может поставить, как говорится, каждый просто-напросто человек и проводить себе работу. То есть, в принципе, не вариант, что эти работы именно тут, и именно так, и именно сейчас должны здесь проводиться. Но, опять-таки, я говорю, мы по этому поводу встретимся обязательно. Я надеюсь, что с нами пойдет на контакт непосредственно директор, либо, скажем так, хозяин этого заведения. И мы обязательно встретимся и проведем с ней интервью, покажем вам. И надеюсь, что даже нам покажут какие-то правоостанавливающие документы для того, чтобы успокоить общественность. И расскажут непосредственно о планах, что здесь и как здесь будет. Конечно, мы это сделаем, постараемся сделать в ближайшее время. Завтра работает для вас.